Ежегодно подготовительная группа детского сада участвует в таких праздниках. Здесь дети демонстрируют свои умения и навыки, все, чему научились за 5 или 6 лет пребывания в детском саду. Ребята из группы «Ромашка» вместе со своими воспитателями Альбиной Табунидзе, Светланой Кокшаровой и Еленой Кузнецовой вложили в этот праздник душу, эмоции и талант. Это необычный, конечно, праздник по той простой причине, что это фейерверк красок, это фейерверк музыки, это фейерверк детского настроения, радости. Это фейерверк, когда было видно, что дети просто тают в таком красивом-красивом цвете, в красивой музыке. Родители будущих первоклассников отметили профессионализм музыкального работника, воспитателей и хореографа. Очень благодарна, очень довольна, все на позитиве, все ярко, каждый концерт целое отдельное шоу, представление. Мы заряжаемся позитивом от наших деток и также стараемся нести хорошее настроение, воспитывать их в таком же духе. Больше всего труда в танцевальный праздник вложила педагог дополнительного образования Софья Меркулова, которая работает в этом детском саду около 20 лет. А репертуар она подбирала с учетом детских пожеланий. Чтобы весело было, чтобы нравилось, чтобы про все про детское, то про лягушат, то про солнышки, то про цветочки, вот так. Они сами говорят, что нравится, а что не нравится. Самим же детям выпускной группы все понравилось. Они с радостью делились впечатлениями. Мне нравится танцевать. Мне очень было там интересно и весело. Мне все понравилось. Даже сказочная принцесса. Было круто. Мне понравилось лягушки, оранжевое солнце. Все понравилось. Эта группа готовится еще показать итоговую сказку. Это тоже многолетняя традиция теремка. Правда, все свои выступления дети и педагоги нынче посвящают дню рождения детского сада, который в эти дни отмечает 35-летний юбилей.